Ну, сезон прошел у нас такой непростой, я бы сказал. Много было неудачных игр, было много удачных игр. Что касаемо сегодняшней игры, игра прошла полностью под нашим контролем. Мы много владели мячом, создавали опасные моменты и добились желаемого результата. А сейчас связываешь такие, что крупно выигрывали, никакой нет настроя, может быть? Мне кажется, это связано с еще не с недостатком опыта у нас, потому что у нас все-таки молодая, озорная команда. Когда мы пропускаем, мне кажется, нам тяжело собраться, особенно когда там 2-3 пускаем в первом тайме, ну, на второй тайм уже. Тяжело выйти, собраться с мыслями, мне так кажется. Ну, это на мой взгляд.